жить на ладони лунного света, гореть в темноте свечи огарком, идти одиноко от лета до лета, не став никому долгожданным подарком. Прийти на рассвете, уйти на закате, стать родником и пересохнуть. Найти, потерять и снова искать свое отражение погаснувших окнах. Оставить песен своих усталых, тоску на редкость кому понятно, волной разбиться на черных скалах и путь домой искать обратный. В тот миг, где звезды найти, в конце концов навеки вернуться. Ты на траве в рубахе чистой заснуть и больше не проснуться.
Николай Беднягин, организатор группы АПМ в 89 году. Вот, до сих пор играем, уже 13 лет. АПМ для меня некий смысл жизни. Это рок-музыка, прежде всего. Это что-то можно высказать. По большому счету показать и поиграть. В общем-то, мы еще не наигрались, я так думал, несмотря на свой возраст. Еще не наигрались. Вот, сейчас у нас созрел новые песни, новый альбом. Поэтому хотелось бы сегодня показать не только старые произведения, но и новые. Вот, насколько там это будет интересно, не знаю, но присутствуют, значит, в новом альбоме элементы джаза, хард-рока. Вот, что-то новое. Я думаю, что мы еще не скисли, не совсем устарели, ну и не умерли. Дали сквозь землю, ныряли в небесную твердь. Хмелели от боли и пили звенящую медь. И рвали зубами сухие края облаков. И солнце тонуло из вод, из лучей, из тонких колодцев зрачков. Воиной тенью утюжили щетки лесов. Со смехом треножили эхо людских голосов. С издевкой срывали одежды заносчивых дел. Безбожный тушили возвышенный гнев.
законы, играли закат и восход. Дыша перегаром жемчужных нездешних высот, напитком бессмертия поили пугливых детей. Я Рыбин Олег, бас-гитара. ВПМ я с осени 90-го года. Вот. Попал я туда, значит, так очень интересно. Значит, это мы репетировали там с другими командами. У меня Парфенов в ЦП, говорит, давай приходи. Сначала на клавишах играл, потом вот на любимый инструмент попал. Вот. Значит, АПМ для меня это все. Вот. Значит, музыка – это мое, так говорится, стиль жизни. Самое главное, без чего я не могу существовать. В общем, все. Вот спасибо за внимание. Все колодцы в мостах заплел воды, сучья срубленной яма вырыта, а душа, как тесьма перевитая, матом крыта до срама влатана. Полки сыты вбьем до катаньем, если черти торгуют ладаном, и дурак сменется ли лада ли. В руках трепещется, каменный обещанный, благомордой ловить за трещины, не научены больно гордые, дожиреют, смелеют вороны, калачи наши слишком твердые, чтобы их делить с кем-то поровну. Любовь полбеды, она мягче травы и студеней воды. Что ж она, хочешь не хочешь, душу вы не положь, с ней любовь, без нее не грозишься. We'll be right back.
Я Вячеслав Устюжанин. Играю на скрипке. Работаю в различных коллективах города. Это и в джаз-бенде под управлением Эрика Маянова, и в камерном оркестре филармоническом, а также и в АПМ. С 92 года я работаю в группе АПМ. И для меня это возможность выразиться, ну, наверное, самому, поскольку во всех других коллективах, в которых я играю, там есть руководители, есть, так сказать, чего сказать мне, посоветовать. А здесь именно я могу посоветовать и ребятам, и как-то по-другому, как в другом стиле играть на скрипке. И опять же пропаганда, поскольку скрипка является здесь не настолько популярным инструментом, как, допустим, гитара, там бас-гитара, барабаны. Вот, опять же, это популяризация скрипичного искусства, я бы так сказал. Напрасные хлопоты крылья за левым плечом февраля по дороге к весне. Утоптанным снегом укрыли, зарыли, забыли меня в летаргическом сне. Забыли, сколько не бейся горячей своей головой о холодный гранит. Лишь эхо запутанных песен провисшими над мостовой проводами звенит. А я все брожу между серых и белых домов. Я поднимаюсь в теплу, вертикально, как дым. Таю в пряди зеркал среди сонных снегов. За три дня до весны. За три дня до весны. Тяжелые двери вокзала смыкаются глухо на миг, как во веки веков. Зеленые змеи состав ползут и плевать на своих полупроводников. И время как будто за гранью, и маятник мается зря, ничего не вернуть. Не враг, а пара мне. Мой поезд ни свет, ни заря отправляется в путь. А я все за каменных стен о свободе пою. Жду непонятно чего, все надежды пусты. Я ржавым сердцем скребя пропадаю в бою. За три дня до весны. За три дня до весны. Весны.
Я баянист группы, меня зовут Владимир Парфенов, участвую со дня основания группы, являюсь одним из, так сказать, основателей этой команды. А по поводу баяна, конечно, сначала у нас был традиционный состав группы, это кроме струнных гитар, еще были клавиши. Сначала я играл на клавишах, но, как известно, клавишные инструменты все-таки в какой-то степени не живые, поэтому баян, на котором я играю уже около 30 лет, он все-таки, на мой взгляд, более живой инструмент, более виртуозный для меня лично. Потому что уже пройдено очень много и сольного исполнения на этом инструменте, и получил различные там всероссийские международные призвания и так далее. Поэтому для меня это органично. А что касается инструментов в рок-группе, мне кажется, вот в АПМ баян звучит как полновесный, полноправный инструмент. Мне кажется, это вот пока единственная группа, которую я слышал из рок-команд, которая использует инструмент не как краску в одной из песен или там эпизодически, а которая использует его полноправно. Дальнейшее видится, как говорится, нельзя забывать прошлого. Все будущее, оно как бы фундаментируется на прошлом, потому что то, что сегодняшний день, он немножечко нас не устраивает, потому что то, что звучит, вот сейчас в Новый год было по телевидению, где какую программу не включишь, везде одна тусовка. И это немножечко однообразно, и такое ощущение, что уже как бы прошлый век. Вот. А на наш взгляд, все-таки мы хотим в новый век не эту музыку привнести, а музыку истинного рока, когда он только начинал звучать. Вот. На мой взгляд, вот меня лично цепляет вот та музыка. И многие говорят, что вот там влияние таких там Pink Floyd, там, влияние других групп вот, того времени, Led Zeppelin, кстати, сегодня будет звучать впервые песня, переделанная из музыки Page and Plant. Вот, мы немножко, так сказать, по-новому, может быть, трактуем все это, но хотим, чтобы именно вот такая рок-музыка, может быть, с нашим национальным уклоном, куда без этого. Но вот это должно быть основой. А в плане там, виртуозности и прочего, это естественное развитие, как получится. Thank you.
наркоз. О, вера, лучшая сеть. Но для того, чтобы мочь, надо просто хотя бы хотеть. Для медитации открыто окно, для просветления наполнен стакан. И вся надежда, как прежде, на то, что кто-то рядом идет с утра. Небеса кровоточат от ран. Если долго смотреть. О, разум тонет в телах, зов неприкаянных птиц на перегрёстных ветрах. А я умею, умею летать, но почему-то боюсь. Я, может, снова напьюсь, 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 а может, снова вернусь, вернусь, вернусь. Я, может, снова вернусь, 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 вернусь. И одна из них – блюз. Гитара Алексей Афанасьев. Thank you.
Меня зовут Геннадий Парфенов. Я в группе играю с 89 года, то есть с самого начала. Вот. Музыка, конечно, для меня это музыка, это стиль жизни. То есть я без музыки, в принципе, не существую в этой жизни. Вот. Хотя разноплановую музыку слушаю, танцую под одну, там, слушаю другую, играю третью. Но все это музыка, все это, в принципе, все это рок-н-ролл. АПМ для меня это даже, может быть, больше, чем семья. Почему? Потому что это стиль жизни уже, в общем-то. Мы в группе 4 одноклассника, то есть практически с первого класса вместе. То есть, если сравнить с семьей, то с женой я, допустим, всего 8 лет, а с группой я уже больше, чем 13 лет. Не больно-то ученые, не слишком-то и страшные. Мы одеваем черное в своих многоэтажках. Мечтатели никчемные, наследники нечеткие. Мы одевали черное и не ложились сонные. Далекие от святости и далеко не гении. Мы одевали черное по моде поколения. Сознанием обреченности порой да нельзя гордые. Мы одевали черное, чтоб раствориться в городе. Подчеркнуто, а может так и правильно. Мы одевали черное, как полагалось в трауре. То щеками, то щетками, с голов вставали на ноги. Мы одевали черное, а грезили о радуге. Меня зовут Афанасьев Алексей, я соло-гитарист группы АПМ, играю в АПМ 9 лет. Ну, вообще я музыку люблю, не знаю, я разную музыку люблю, но просто так получилось. Вот мы когда встретились, вот я даже не думал, останусь я надолго, ненадолго останусь. Ну, просто так вот скрепилось, вот и пошло, и, в общем, это часть моей жизни сейчас. Thank you.
что-то матушке не здоровится. Кропотится земля, сукровица. Кто-то пьет с утра, кто-то молится. Кому хрип и храп, кому бессонница. Что кому-то храм, то кому-то срам. Я за липовый рай и гроша не отдам. А за сосновый гроб отвалю алтын. Раз пришел седым, а ушел седым. Навек, как и вымени, кистит молоко, виною на губах, поведу калика с горем на руках. Успокой меня, разгони тоску, приложи медя к левому виску, да налей вина, выпью два глотка, рассудись плечом, размахнись рука. Светит за гаёбу там. Это тоже наш парень, звукооператор Игорь Степанов. Что кому-то сдох, то кому-то сдох. То ли мир так плох, то ли вовсе сдох. То ли я так зол, то ли я так смел. То ли я урод, то ли не поспел. На твой званый пир я всё поровну. Давал Господь счастье зорное, счастье рваное, да нелепое. Какой же спрос с меня, если нет меня? Меня зовут Игорь Степанов, я звукорежиссер группы АПМ. Это моя любимая группа, естественно, я в ней с самого рождения. Моя ответственность – заниматься звуком тем, что услышит, в конце концов, публика. Но не любить свои детища просто невозможно. Ночь пронзаю черной птицей смерти, ветром для него все нету правы. Люди, заклинаю вас, не верьте в то, что вы всего лишь для забавы. Хлопаньем крылья порву тишину, близкой грозой полыхает мой взгляд. День на мгновенье закроет луну, древняя смерть возвратилась назад.
падает с небес на могильный курган. Черная молния злобного бога, мне не вернуться к родным берегам. Все дальше и дальше уходим дорога. Телом я смерть, но душой человек. Страшная кара за дерзость великим. Тает под лапами розовый снег, в лужах играют кровавые блики. Мрака и света. Спасибо всем, кто знает за что. Спасибо, мы вас любим. Все это ради вас, ради них. Спасибо огромное. До свидания. До новых встреч. Ходил седой дорогой, ох, Иван дурак, да сыскал в земле убогой, сам не зная как. То, что выше неба и светлее слез, полной горстью зачерпнул и тебе принес. Как боясь пролить, поспешал домой, там, где их сплели косы над рекой. И серебряный бор, да резной лист над лазоревой водой.
Добродил, видно, долго гулял подлец. Я за счастьем дорогу, а ты под венец. Сам ножет ладонь, не так, как он убрал. Рассадал другому, если не стерег. Чем потом берез, дадовый смех сирель. На русалочек плес, медуницы хмель. Сон рассветных роз, вечеров теплых. Мягкий губ твоих, я туда полы. Да на волю пустил, чтоб хватило на всех. Горемычное счастье, калиновый мед. По лицу стылый ветер наотмашь бьет. Пусть висит забей жизнь поземкой дней. Будут песни мои от доски светлей. Да над миром кружится крылья ранит кровь. Непрекаянная птица, дуракова любовь. Вода, года, да, река, звезда, нас это беда. Да не ночи помяни, на помину река, не лица, имени, сон, трава, меха. Велика ли благодать сквозь огонь нагишом? Переметная с ума чужого ума, а мне в шею тихо-ти, а будто тьма.
рубильпиновых кистях, а в горстях тоска под калиновым мостом. Не видать не зги, честь по чести по уму, по ладе руки. А в оре, доре, 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 в адоре, оре, доре, 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 вода. Геннадий Парфенов за барабанами. Доре, 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 вау!